Каждый день многие из нас начинают с чашки ароматного крепкого кофе. Но мало кто из нас задумывается о пользе этого напитка. В его состав входят белки, жиры, дубильные и экстрактивные вещества, органические кислоты, большинство витаминов, а также такие микроэлементы, как кальций, магний, натрий, фосфор, сера и хлор. Благодаря таким алкалоидам, как кофеин и тригонилин, напиток обладает потрясающим ароматом и мощными тонизирующими свойствами. Употребляемый в разумных количествах, кофе оказывает благотворное воздействие на нервную систему человека, улучшает умственную и физическую работоспособность. Уже давно доказано, что две небольшие чашки кофе в день снижают риск возникновения онкологических недугов, а еще помогают противостоять болезням сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также органов пищеварения, понижают уровень холестерина в крови и способствуют нормализации кровяного давления. Кофе можно употреблять не только в виде напитка. Существует большое количество блюд, приготовленных на кофейной основе. Маринады, ликеры, выпечка и десерты. Приятного аппетита!